have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Аладушки, и мы с вами в Хайку. И у меня тут маленький вопрос. Сказано, что вроде чипы я могу менять на ремонтной станции. И вот, A для того, чтобы изменить. Change, я нажимаю сюда. Но это снять я не могу. И новый поставить я тоже не могу. Хотя написано вот A equip. Не знаю, как это все делается. Возможно, сюда. Оно по цвету идет. Все, я понял. Есть... задничек зеленый, задничек красный, задничек синий. То есть эта штука у нас вместо 10% шанса на дэмэдж. Давайте я его поставлю. Создает вокруг меня две сферы, которые... Ну, то есть мы вот так вот можем пассивно наносить урон. Посмотрим. Я хочу... А, вот тут я, кстати, могу и денежку тогда слить. О, шикарно. Да. Итак, у меня 700 деталек. О. Мне не нравится, что у нас нету прохода назад. Мы здесь заперты. А такое положение вещей мне никогда не нравится. А вон там, кстати, второй кусочек фляги. А это вообще выглядит как поезд все. Фига себе. Ха. Очень-очень интересно. Скрытый проход. Тут дальше я пройти никак не могу. Мне наверх... Видите, там секретик. Но я так понимаю, что... Ну, опять же, у меня то ли второй прыжок должен появиться. Я уверен, что там наверху тоже есть проход справа. Ладно. Комната с часами. Надеюсь, мы когда-нибудь разберемся, что с ней делать. Пока что нам не сюда. Пока нам наверх. И опять же, я же говорю, мы заперты. Что, на мой взгляд... Ай, блин, я забыл, что они непрозрачные, ну, типа... Что, на мой взгляд, не очень хорошо, но будем какой-то выход искать. Я тут немножечко по карте посмотрел. То есть, вот, эта карта, она все время идет выше, выше, выше. Но нам нужно найти какой-то способ открыть вон те стержни, которые нас не... О, это ловушка. Или нет? Или похоже на лифт. Может быть лифт, может быть это сокращалка. Да, я думаю, что это лифт. А, это сломанный лифт. Мы можем по шахте лифта вот так вот подняться. Карту сейчас проверять бесполезно. Ёлки. А они возвращаются, эти сферы, или нет? Я думал, они возвращаются через некоторое время. Ага, чиниться мне тоже нечем. Я молодец. Не-не-не-не-не, чел, не. В прошлый раз за тебя больше дали, или мне кажется? 14 мне хватит, чтобы починить? Да, хватит. Ой, блин, постоянно хочется тыкнуть карту. Ага, фиг тебе. Фиг! Да все равно ж попал, ах ты ж... Иди сюда, мне детали нужны. А 10 мне хватит. Да, 9 нужно на починку. Интересно, а будет где-нибудь... Идешь нафиг. Все равно ж попадает. 6. На починку мне сейчас уже не хватает. Да какой-то адский пропрыг. Но я понимаю, что он не адский, не прям сложный. Там, по-моему, дальше можно было. О, дружище! А, я смотрю, ты до сих пор жив. Я могу заключить... мои заключения насчет тебя могли быть некорректными, ошибочными. Одна из шестеренок, видимо, застряла. Они очень тесно переплетены друг с другом, и поэтому это создало эффект домино. Это слишком примитивная система, если ты меня спросишь. Однако, если мне нужно продолжить свое расследование, мне нужно найти путь, как заставить это место опять работать.
Ты видел главное хранилище по пути сюда? Там очень интересное явление. Я сомневаюсь, что ты заметил. Но как будто один из замков был уже сломан. Да, там было 4 замка, я это заметил. Нижний замок был уже сломан. Я такой еще посмотрел. Почему такая несимметричная картина? У меня точно. Я точно замечаю такие вещи. Потихонечку все детали начинают, все улики начинают складываться. Больше сказать нечего. Мне нужно найти поломную шестеренку. Понимаю. Есть вверх, есть вниз. Выражаясь языком Souls, впереди карта отсутствует. Бздынь. Я об этом пожалею. Отдайте шестеренки, твари. Мне чем-то чиниться надо. Опа. Да хорош, сколько у тебя жизни, сколько можно жить, блин, тварь. Я же говорю, не хочу сильно прям жадничать, но мне бы набить немножечко... Да, спасибо. О, оно само убилось, хорошо. Хотел набрать немножечко, я все равно потерял хпшку, блин. У меня осталось 4, ну, короче, ни о чем. А вон там, что можно сделать? Или вот тут? Да ну нафиг, погоди. Ладно, пойдем пока что дальше. Может быть, мы найдем... О, мы сможем карту сейчас разблокировать. Наконец-то. Ну, map updated. А, и вот эти штучки это лифт. Я понял, где я. А внизу босс. И через босса будет шорткат. Да, вот это я тоже понял. Ну-ка. Починить часы. Цена за одну шестеренку. Да. Что, блин? Я вообще не хотел падать сюда. Минута до полночи. И мне предлагают уехать. И вокзал заработал. Но погодите. Там внизу босс. Ну, во-первых, да, давайте сохранимся. Я не планировал падать, это получилось вообще случайно. Я хотел бы посмотреть, что там дальше, если у меня получится. Я все-таки эту локацию только... Ух ты, кто такой? Лифты начали работать. И теперь можно сюда пройти. Ага, эти падают. Но возвращаются. Как я на это среагировал, сам не знаю. Не знаю, вот это... Уйди от меня! Вот эта штука с зарядами, она вроде как какой-то бонус, а вроде как, я не знаю, она мне нафиг не надо, а вроде как приятно. Я пока что не понял. Блин, собирался вообще в одну сторону идти, а иду в другую. Какого фига? Какого фига? И там сверху еще, и тут, и там, и сюда можно... А, хватит! Игра, успокойся. Но сюда я сейчас никак не пройду. Типа, можно было бы проскользить по цилиндрам, но у них слишком маленький зазор. Поэтому поехали.
Там поезд, на который можно сесть. Тут 100-500 проходов открылось. Шарах. Это я соберу. Детектив! Интересно, мог бы я сюда протиснуться или нет? Я вижу угасающий слабый свет, который идет с той стороны. Слабый свет, который идет с той стороны. И тут у меня, типа... Но попасть я туда тоже не могу. И у меня оно обозначилось на карте как... место... как место с секретиком. Я не знаю, что должно быть, чтобы я убрал вот эту штуку, которая обозначает мне места с секретами. То есть оно должно быть что-то прям очень крутое. Это красная зона. Мне сюда точно не надо. Вот прям точно мне сюда не надо. Если бы я мог бы телепортироваться между починочными станциями. Знаете, давайте назад. У нас там есть чем заняться. У нас там есть чем заняться. И на поезде прокатиться, и... Ой, блин. Тут можно поверху пройтись. А, нельзя. Нельзя, нельзя, да, точно, нельзя. А было бы интересно. И куда мне этот поезд отвезет? И что за босс, и что за босса дадут? Интересно, что он сюжетный. Ну, как бы, через босса... Идет прохождение по шорткату. От этих штук можно просто убежать. Ну, то есть у них не хватает скорости, они меня не догоняют. Нас не догонят. Я просто сомневаюсь, что я бы там вылез каким-нибудь образом. Вот тут через упавший лифт мы с вами в прошлый раз проникали, да? Мы видели какого-то чебурека? Блин, опять этот пропрыг. Ну, типа, да. До свидания. Я один раз вас уже честно убивал. Валите отсюда. К тому же я боюсь, что я сейчас потеряю все свои монеты, потому что... А, эти штуки все-таки тоже... Ладно, а наверху что? Эти штуки тоже все-таки падают. Наверху пар. Который, я более чем уверен, для меня не полезен. Я же не паровоз. И что тут? Ага. Больно. Больно так-то по-хорошему. А зачем я это все сделал? Это же мне еще назад пропрыгивать. Мне сейчас придется кого-то убить, чтобы назад... Steam Town. В домик я заходить не могу. Но тут есть люди. Это NPC. Помогите, мои дети играли... внутри паровой комнаты, когда двигатель опять заработал, они не могут выбраться. О, пожалуйста, вы должны пойти и найти их, я вас умоляю. Блин, где это? Так, тут у нас какой-то... Я с ним ничего сделать не могу. Не то, чтобы я прям хотел с ним что-то сделать.
Внутри паровой машины. Минуточку, а тут я могу получить урон или нет? Вот! Вот эта штука мне надо. А оно на время или нет? Или я его полностью включил? Все, хорошо. По крайней мере, теперь мы можем пропрыгать. Ладно. Интересно, что здесь касается квестов. Как это все будет? Тут мы, получается, сделали все. У нас остался только босс внизу. И поезд. Steam Town. Мне, наверное, даже подниматься не надо. Больно. Сначала? Знаете что, ребят, погодите, я накину кругаля. Через те трубы пропрыгивает, ну его нафиг. Я пошел, сохранился, денег у меня по сути... Yes. Иди сюда. Иди сюда, тварь, иди сюда. Получу с тебя хоть немножко монет, хоть оправдаю то, что я прыгнул вот это вот. Хорошо. По сути, в ноль вышел, и ладно. Я хотел вообще просто пробежать, но раз уж ты меня задамажил, так, пожалуйста, верни мне то, что полагается. Я же говорю, денег у меня нет, я пошел сохранился, все нормально, все хорошо. Хочу пощупать босса. Тут нам вроде как идти дальше некуда. Наверху-то я был уже. Наверху это как раз у нас проход в Steam Town. Это то место, через которое я не хотел прыгать. То есть мы оказались бы сейчас вот здесь. Блин, блин, больно. Нет, дружище, теперь я обязан тебя убить. Как честный человек. Оу-оу-оу, неплохо. Просто чтобы подлечиться немножечко перед боссом. 7 тратится. Ну, поехали, что ли. Пощупаем, посмотрим. Я не знаю, смогу я его убить или не смогу. А, было написано... А, возможно, он и есть босс. Ну, как тебе нравится быть потерянным? Ну, да, это он и есть босс. Блин. Да чтоб тебя! Да чтоб! А что я должен сделать? Погодите, мне кажется, или по нему не проходил урон? Короткого пути к нему нету. Это немножко раздражает. Это мне каждый раз придется накидывать кругаля для того, чтобы просто сделать себе шорткат. Через вот это вот все лезть. Нет, ну, ребят, ну это не серьезно. Так, еще что мне делать с его крутящей атакой? Просто... А, не туда. Извините, извините, извините. My bad. Дай денег. Спасибо. Я не туда поехал, мне нужно сюда. Да я же ж прыгнул же ж. Ты офигеть какой резкий. Может мне этот... Ай, больно. И бах, он меня уже 3 раза ударил. Угу, спасибо. Ладно, давайте попробую, ну, схожу к нему еще пару раз. Ну, опять же, я не знаю, как игра это делает. Ты смотришь, ну, несложно же. Вообще, у него несложные мувы, у него какие-то вещи довольно простые. Единственное, что меня пока что смущает, что я по нему урон то ли не наношу, то ли он не фиксируется. Да черт. Не знаю, как это работает до конца. Свали отсюда, иди сюда.
Там неудобное такое место. Да залети ты уже, чтоб тебя бесполезная железяка. До этого, видели, проходит мерцание такое, ну, белое. Если ты попадаешь по юниту, вот, видели? А по нему белого мерцания не проходило. То ли я что-то не так делаю, то ли не знаю. Спасибо, ребят, спасибо, я оценил. Да ну хорош, блин, оно еще и передвигается. Сдохни. Три урона. Три, Карл. Я себе только два смогу восстановить сейчас. Это мне придется сейчас еще кого-то мочить. Просто потому что... Просто чтобы дойти сюда. Ну, ну то есть... это бесит. Ну, то есть... Да хорош! Сколько тебе надо хпшки? И оно улетело. И... Ай, просто забейте. Угу. Все, это проще слиться. Не, я не знаю. Это вообще что-то бред какой-то. Я даже не дошел до босса. Камон. Честно... Это такой хвост, который мне не хотелось бы оставлять, потому что все остальное мы здесь уже сделали. И хотелось бы просто его уже убить и пойти отсюда. К тому же, ну... Ну, то ли, судя по всему, он не... Да, хорош! Он то ли не обязательный, то ли... Ну, он в таком... Он находится внизу, там дальше просто шорткат на вокзал. Возможно, он именно в сюжетном плане имеет какое-то значение, чтобы вот его убить. Есть. Иди к черту. Чтобы, если его убить, то типа он же вот эти штуки расставляет, я так понимаю. Возможно, будет какой-то бонус в дальнейшем, не знаю. Мимо. Не попал. Видели? Один удар по нему прошел. Да куда ж ты? Да... Ёпер СТ. Всё? Значит, по нему всё-таки проходил урон. И что это... Не знаю, это было вообще... Ну, не то чтобы отвратительно, но он был... Он был несложный. Давайте я сохранюсь. Как мне туда наверх попасть, я не знаю. Опять же, куда мне этот поезд повезет, я не знаю. Ну, давайте посмотрим. Хм. Я же его не зря все-таки вызвал, этот поезд-то. Поехали. Торговка! Вот. И у нас тут сохраняшка в поезде, и торговка в поезде. А ты кто? Это Fast Travel? Ясно. Это Fast Travel. Почему тогда та станция не открылась? Да-да-да-да-да, привет опять. Что у нас тут есть? Человеческий череп. На нем что-то сзади выгравировано. А вот чип, который будет притягивать все монетки. Вот чип, который увеличивает нам хпшечку. Чип, который будет...
защищать. Монеты, выпавшие на пол, это погодите. Увеличивает длину меча. Позволяет атаковать дальше. Чип-сокет. Отдельный. еще один. Вот это мне нужно было. Позволяет пользователю содержать больше чипов. Мне вот это нужно. И вот это. Их нужно купить стопудово. И потом, наверное, больше хпшки. Так. А, жизни эти капсулы. То есть, если я куплю еще две, у меня будет плюс хпшка сама по себе. Есть чип на плюс хпшку. Есть человеческий череп. Там что-то выгравировано сзади. Давайте сначала я его куплю. Больше ни на что мне не хватит, но, по крайней мере, можно теперь пофармить, походить. Так, ты кто такой? Это маленькое приятное открытие, не так ли? В сравнении с тем, что творится снаружи, путешествие между городами выглядит нетронутыми. Если бы мне пришлось бы ставить на что-то, я бы сказал это, потому что поезда постоянно находятся в движении. Так же, как ты и я. Вот, я сделал эти маркеры, чтобы запомнить, где запрыгивать и спрыгивать. Я надеюсь, тебе это будет полезно. Train Station Markers, отлично. Ты у нас... новое лицо. Не то, чтобы это имело значение. Все равно мир разваливается. Есть детальки для сварки? Три для того, чтобы... Детали для контейнера имеется в виду для этого. Тебе понадобится три, чтобы я смог их сварить. А у меня их... одна. Да. Соберите три, то есть их можно купить. Визит рестинг. Что-то... Ну, это сходите к этому, к сейву, говорят. Нужно купить кучу всего. Теперь появился смысл пофармить. Так. Нам предлагают два новых сокета. Один синий, один красный. Красный я возьму, наверное, на увеличение меча, потому что это важно. Синий можно будет взять... Так, а в зеленом у меня что стоит? Угу, секреты. Знаете что? Можно будет... секреты покажутся автоматически или нет? Просто вместо секретов можно будет купить магнит, а потом на определенный момент вставишь секрет, и потом смотришь, куда ты мог зайти, а куда ты не мог зайти. Потом опять ставишь магнит. Ну, просто там нету второго зеленого сокета. Второго зеленого нету, есть один красный, один этот. Так, а это у нас... Вот, снижает вес, позволяя махать быстрее, а это делает длиннее. Это получается два красных сокета, а у нас сейчас вот эти вот орбс, которые у нас кружатся. Я бы, наверное, поменял бы на то, чтобы махать быстрее, меч был бы длиннее. Поэтому что для этого, сколько оно все будет стоить? 400, ну 500, так 900, 1300. 1300. Надо на самом деле накопить 1000 и просто купить два сокета вот этих вот. Почему я купил череп? Я руководствуюсь тем, что всегда нужно покупать что-то уникальное. Хорошо. Вокзалы у нас... Вокзал у нас пока что только один. А где же вокзал, который... Где она ждала поезда? Вот здесь. Это что же был вокзал, нет? На Tire Village. Это разве не станция была? Или реактивировать надо? Он сейчас показывает, что туда нельзя. Видите, есть только Pinion Expense.
Ну, хорошо. Этот желтый район мы прошли полностью. Босса местного мы вроде как тоже укокошили. Там есть выход на красный район. И я туда пока что не сунулся. Куда мы можем пойти? Мы можем пойти сюда вниз. Я думаю, это будет правильно. Потому что, видите, Quaternions Project. Ему нужны батарейки и нужно как-то сюда попасть. В следующий раз, я думаю, мы можем пойти туда. Куда мы еще можем пойти? Туда пока никак, туда тоже никак. Здесь мы не знаем. Вот тут темный район, тут этот. А, погодите, он показывает сразу все секреты, гляньте. А, нет, он показывает не все секреты, он показывает только те секреты в тех районах, где мы уже побывали, так? Потому что, например, вот здесь вот нет ни одного знака вопроса. Это интересно. Хорошо, ребятушки, давайте тогда на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.